Приветствую вас, любители полного привода. Сегодня у нас любительский выезд. Буквально выехали на час покататься, снять для вас небольшой контент. Сейчас мы поставили самовар, попьем чайку, покатаемся. На берегу Сакмары находимся. На моноприводе здесь, ребята, к сожалению, проехать нельзя. Пробовали у вас на заднем приводе, он не едет. То есть, даже если вы приедете на переднем приводе, к сожалению, здесь заедете, выехать здесь невозможно. Поэтому покатаемся по горочкам, проведем время, попьем чаю и вам приятного просмотра. Ну, как видите, немножко автомобиля тяжело. Песок и небольшой подъем, совершенно небольшой. Ходом здесь проходишь легко. Напомню, 100% блокировка задняя. Да и запаса много. А здесь Дастер, смотрите, он уже чиркает, садится. Пошел ходом. Нет. А все, он повис. Давай, повис. Сейчас. Все, ты висишь. Ну что, решили ходом попробовать? Вот видите, ходом все отлично получается. Вот, смотрите, Нива. Блин, почему-то Нива проехала свободно. Вот автомат все равно намного плавнее срывает колеса, если брать механику, например. У тебя понижайка есть? А ну давай, поехали. Ну вот, ходом, конечно, он пройдет. Да, ходом здесь все проезжают. Давайте посмотрим 1.6 с ESP. Так, ну вот, мы специально делаем сложности для своих автомобилей. Но сейчас получается, смотрите, вот он накатывает. И садится. Вот все равно, там, где песок, грубая резина, мне кажется, хуже. Она более закапывается. Все, накатал. Стой. Так, давай, поехали. Вот, остановили. И как видите, автомобиль у нас не у нас тонет. То есть трогаться на подъем сложнее получается, да? Серьезно закапываю, серьезно. На, вот сейчас ходом, смотрите, автомобиль пройдет. Все, давай, выезжай уже. Да, выезжай. Так просто, он уже задиагоналился.
Да, убери ее. Что, не получается уже выехать? Да, получится. Пока шумели, все получится. Не получается. Ну да, уже накопал. Отлично. Стоп, все, стой. Все, поехали. Так, электроблокировки, короче, все дела. Да нет, он так нет. Нет, здесь посмотрим, что резина почти лысая, и с грубой, если сравнить. Это, видишь, она не сильно вкапывается, резина, а та сильно вкапывается. Ну, да. У этой даже есть возможность выехать самостоятельно. Вот я так думаю. Как на самом деле, я не знаю. Ладно, Серег. Подожди, сейчас он блокировку включит. Вот сейчас он электроблокировку врубил. Опа, опа, все, задиагоналился. Ну вот сейчас, наверное, самое интересное, ребят, получается. Сейчас, наверное, все самое интересное. Смотрите, сейчас уже заднее колесо, вода. Все, мы его потеряли. Все, мы потеряли у вас. Да, потеряли, ребята, потеряли, все. Селяви, селяви. Мы почему-то думали, что с такой резиной легче будет выехать, чем с грубой. Я так не думал. Ну давай, рывок пробуй. Ты там смотри глубоко. Все, все, мы, а то мы тебя не достанем. О, походу там и суд заплохо у нас. Все, там и суд заплохо, ребята. А давай, давай, на трос его почаще. Давайте, Макс, за трос. Да не за трос надо. На себя, ребята, неправильно. Вот так, да, да. Педан. Вот, правильно, да, да. Раз. Раз. На счет. Раз. Два. Еще. Сейчас. Чуть-чуть, давай. Давай, назад. Раз. Нет, ему вперед надо ебать. Давай, теперь я его назад дергаю. Давай, поехали. Отпускай веревку. Вообще надо ее это. Все, все, Максим, правильно, давай. Все, назад. Все, все, поедет. Каждый находит развлечение сам по себе, видите? Все, смотрите, нет, пока еще едет, интересно. Ну все, получилось, получилось. Все, давай пробуй. Я думаю, навряд ли. Хотя ползет, зараза. Все, садишься, назад давай. Ну, полегче, да? По соотношению с УАЗом, если. Оп-оп-оп-оп.
Ползет, небо ползет. Сейчас вот диагональ встанет, наверное, и все. Вот так вот, вот так вот. Все, все. Утонул. Он прям сразу в диагональ стал, сразу. Ну давай, рывок. Ёлы-палы. Уходи водой. Да. Сильно. Зря. Да. Нам понравилось. Посмотрим. Так встанет лед, мы тебя выковырим. Жесткое диагональное вывешивание, где вода, грунт мягкий, просто копнул и утонул. Вот так вот. Короче, никто не умеет ездить как седан. А седан не имеет возможности. Масса, масса, подъем. Зацепа нету у того патриота. Песок, он сам еле едет, видите. Тут нужен рывок. Давайте рывком попробуем. Давай рывок, поехали. Надо два троса. Итак, у нас УАЗ притонул. И мы выдергиваем двумя автомобилями. Исудзе, УАЗ Патриот. За два троса. Смотрите, равномерно тащут. И у вас не поддается, не поддается. Хотя тянем двумя машинами, представляете? Сейчас еще рывок. Сейчас это уже прикольно. Поехали. Не получается. Подожди, не крути свои колеса. Поехали! Ну что, вроде получается, получается чуть-чуть. Так, у нас Исудзе, Исудзе у нас застрял. Сейчас человеку трос даем, за лодку цепляет и дергаем его назад. Ради красивых кадров. Так, у вас там походу... Сейчас вытащут, снимаем с лодки. Сейчас поснимаем. Неправильно тянут. Надо гуськом друг за дружку и потихонечку. Как лодка называется вообще? Орка. Горка? Орка. Орка. Это наша отечественная, нет? Да. А так, конечно, круто. На лодочке покататься. А так, конечно, круто. Наверное, прикольно, да? Ох, как кататься на лодке. Ну да. Все, спасибо тебе. Пожалуйста. Вот, все, все. Мучение, я надеюсь, что сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой. Мучение сейчас, надеюсь, закончится патриотом. Повис опять. Лево. Да, ну хоть лево, хоть право. Грубая резина, видите, как закапывается.
подтянем назад. Это будет самый легкий способ. Но я думаю, для других участников здесь уже, я думаю, наверное, будет сложно. Ну, сейчас уже решили ходом. Ходом могет, могет. Че, кто следующий? Ну давай, пробуй, посмотрим. Ух, защиту. Обалдеть, обалдеть. Красавчик, красавчик. Все? Машина, смотрите, после дастера потяжелей. Ну и старается аккуратно тронуться. Грубая резина. Это все-таки резина. Резина, да. Почти ходом, накатом и автомат. Все, остановись, остановись, стоп, 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 все, поехали. Я думаю, вес с патриотом, наверное, одинаковый вес. Но резина здесь не грубая. Вот, смотрите, задиагоналился. Давай, давай, выезжай, выезжай. Ну что, давайте попробуем проехать. Давайте попробуем вторую пониженную. Не блокированный. Что-то мы как-то легко заехали, ребят, с вами. Прям легко заехали, почему-то непонятно. Непонятно. На второй пониженной. Вот сейчас опять смотрите, вторая пониженная. Чуть-чуть. Ну что, друзья, покатушки наши сегодня закончились. Что-то большая камера у меня сломалась. Печалька. Не знаю, что делать. Ремонт, наверное, не включается. Ну как вы видели, что полный привод. Любой полный привод, в принципе. Проезжабельные, да? Плюс-минус. У кого-то резина, у кого-то блокировки, у кого-то электронные блокировки. Блокировки – это хорошо, поэтому по возможности ставьте, и будет вам счастье. Ну а так мы, наверное, заканчиваем. Едем домой. Дела какие-то делать, как всегда у нас. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и будьте здоровы!